Всем привет, это Андрей, и мы продолжаем проходить ФИВ. Так, мы забрали череп. И теперь должны вернуть его хозяину. Циркачу. Так. И куда, каким путем нам лучше всего пойти? Давайте взглянем на карту. А тут я не был. Странно. Неправда. Бочонок. Ладненько. Не был, так не был. Теперь был. Так. И если я пойду прямо... Что если спуститься? А куда это идет? Так, стоять. Давайте взглянем на карту. Промок. Замерз. Надо было тепленькое место искать. Нам пока туда не нужно. Так, давайте обозначим цель. Так. Аккуратненько. Кто это там прислонился? Просто житель. Просто житель. Ладно. Поднимаемся. Наверх. Так, сюда нам не нужно. Так, нам нужно в противоположную сторону. Нам нужно сюда. Ну, вроде ушли. Спалились немножко, но...
что ж поделать, я тороплюсь. Мне некогда рассиживаться. Давайте снова заглянем. Так. Сюда. Тут и второй. Швайц тут вообще дежурит. Паренек. Туда нам зачем? Так. Я почти там, где нужно. Ладно, думаю, стоит попробовать пройти здесь. Надеюсь, вас не утомляют мои побуждения по городу. В крайней мере, не слишком. Гаррет, допрыгнешь, допрыгнул, молодец. Вот так, Гаррет. Молодчин. Нет, не молодчина. Это нас возвращает туда, откуда мы пришли. А нам? Нам туда не нужен. Как жесток этот мир. Так. Куда нам деться? Боги на пороге! В принципе. Так. Да, нам сюда. Ты тут, парень, один прохаживайся. Зачем я это сделал? Вот говночист. У него, поди, этих колечек целая коллекция. На него я обшмонать? Да, нам сюда. Только без меня. Вот так вот. Тихонько, аккуратно. Почти без исключений. Добрались к этому парню. Заходим и отдаем череп.
Ну, тут можно не пугаться. Ну, держи. Вы вернулись, мистер Вор! Вы вернули мой череп, сэр! Великолепно! Ты встретишь незнакомца вскоре. Угрюм, высок он и хорош собою. Если ты покупаешь, феноменально! Это он уже говорил. Значит, это дважды правда. Право, сэр, станьте звездой нашего шоу. Я прямо вижу. Черный стрелок. А я вижу, пропал владелец ярмарки. А, мистер Вор, вы вернулись с победой. Прекрасно. Вы молодец. Ну да, ну. Может, я все-таки смогу вас звонить к нам на ярмарку? Кожаная легенда. Вот засранец, отстань. А вот вы где. Дичайше извиняюсь, но у меня нет сведений, которые могли бы нам помочь. Загляните попозже. Так, значит, он больше нам до задания не даст. Я знаю, что тебя заинтересует. А вот вы где. Дичайше извиняюсь, но у меня нет сведений, которые могли бы нам помочь. Загляните попозже. Замечательно. У меня есть товары для темных дел. Хорошо. Так, давайте посмотрим, что я могу у него купить. Дубинка. Дубленная кожа. Так, не спешим. Хотя нет, спешим. Покупаем. Вот так вот, хорошо. Прокачали. Приятно иметь с тобой дело. Ага, и с тобой. Так, значит, для нас тут пока дел нет. Значит, отправляемся к механику. Ой, ну и трудно же сейчас будет путь обратно. Уж этот притон как раз возле главного этого, где не все очень плотно тусячат. Ладно. Так, каким же путем мы отправимся? Назад. Даже не представляю, как выбраться из этого ада. Жабодай Чокс бешеный тип. Кто? Главарь Угриедов? Он самый. Малышка Луни хотела платить ему мзду. Опять. Так он в одно мгновение схватил. Как мне еще в предыдущих всех задолбала эта история. Вместе с кольцом. Он самый. Малышка Луни хотела платить ему мзду. Так он в одно мгновение схватил ее за руку и откусил палец вместе с кольцом. Она подесни же Чокс, бешеный тип. Кто? Главарь Угриедов? Он самый. Малышка Луни хотела платить ему мзду, так он в одно мгновение схватил ее за руку и откусил палец вместе с кольцом. Вот за это я не люблю эту игру. Влепила ему со всей дури, а Чоукс только ухмыльнулся и колечко в карман упрятал. Вот говночист. У него, поди, этих колечек целая коллекция. Хочешь наехать на него и обшмонать? Ради бога, только без меня. Там-ди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 -
Джабадай Чокс бешеный тип. Кто? Главарь угриедов? Он самый. Малышка Луни хотела платить ему мзду. Так он в одно мгновение схватил ее за руку и откусил палец. Она поди сникла сразу. Конечно нет. Влепила ему со всей дури. А Чокс только бешеный тип. И колечко в карману прятал. Главарь угриедов? Он самый. Малышка Луни хотела платить ему мзду. Блин. Так он в одно мгновение схватил ее за руку и откусил палец вместе Она с кольцом. Сразу. Конечно нет. Влепила ему со всей дури. А Чоукс только ухмыльнулся и колечко в карману прятал. Вот говночист. У него поди этих колечек целая коллекция. Хочешь наехать на него и обжигать? Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Фух, вот так вот. Вроде бы в безопасности. Так, а теперь... Хоп. И мы уже с этой стороны. И тут, по идее, нам нужно будет... Можно будет... Полегче, в общем, будет. Ну, попробуем отсюда. Малышка Луни хотела платить ему мзду. Вернуться. Так он в одно мгновение схватил ее за руку и откусил палец вместе с кольцом. Конечно, я уже устал от этого. Влепила ему со всей дури. Джабадай Чокс бешеный. Так, это мы попали к фонарям. Зачем? Черт его знает. Зачем я сюда приперся? Чертова зубарорка! Туда упаду, наверное, убьюсь. Зачем я сейчас опустился? Кто мне скажет, а? На кой ляд? Парень, может, ты отсюда уже уйдешь? Лысый до сих пор тут или уже утопывает? Утопывает. Так, и тут закрыто. Бессмысленно. Сюда приперся. Значит, не тут наш путь. Может, где-то здесь. Может, и здесь. Давайте проверим. Так, где мы оказались? Недалеко. Кто тут у нас шастает? Опять этот лысый. Он меня, наверное, преследует. Скотина. Лысая. Макака. Что, подождем, пока он вернется? Не, не буду.
делать. Вот так вот. Так, куда? Ну, это приведет нас туда, куда нам нужно, ребятки. Давайте посмотрим. Да, детки. Вот это теперь действительно то, что нам нужно сейчас. Путь обратно. Так, какие у нас варианты? Давайте посмотрим. Ну, мы практически уже здесь. Только тут эта скотина. Так, а это у нас куда идет? Это идет туда, куда нам не особо нужно. Так. Терчо знает, где этот. А, вот где этот. Парень с факелом. Ну, надеюсь, по пути у меня будет место, где. Спрятаться. А, спина совсем разболелась. Так вот. Эх, есть хочется. Тут мы были. Тихонько. Тут эти парни разгуливают. Сваливаем отсюда. Вот так вот. Фу. Убрали с этого чертова южного района. Теперь нужно добраться до механиста. И отдать ему его игрушку. Так и так. Да-да-да. Да. Поздно уже. Куда это я забежал? Так, подождите, дайте взглянуть на карту. Цели. Нам куда-то туда. Так, возвращается. Давно бы свалили отсюда. Так. Надеюсь, он меня тут не заметит. Может, слухи и не врут? Так, ладно, давайте закончим на этом эту серию. Спасибо, что были со мной. С вами был Андрей. Всего хорошего. Но не забудьте подписаться и поставить лайк, и прокомментировать это видео. Всего хорошего, счастливо!